Начнем с того, что посылка идет очень быстро. С момента заказа и до получения прошла ровно неделя. То есть за 7 дней доставили посылку из Китая. Следующее и немаловажное. Посылка упакована хорошо. Каждый элемент, каждая деталька, каждая составляющая упакована в отдельный кулечек, пакет. И все пронумеровано, промаркировано. То есть это как конструктор, можно взять один кабель, что я в принципе и сделал, и несколько насадок. Одна насадка была Type-C, другая была microUSB. Ну и еще одну Type-C-шную я взял на запас себе. Вот. Хотя, с другой стороны, целесообразнее было бы, конечно, взять и купить несколько больше кабелей. Один кабель можно было бы использовать на работе, один кабель можно было бы носить с собой, с пауэрбанком, и один можно было бы использовать дома. Вот. Здесь все упаковано хорошо, расписано все, есть QR-коды для регистрации в Фейсбуке. На странице от производителя можно зайти, поставить им класс, как-то отметить. Все это дело выглядит достойно, держит хорошо. Да, Type-C сильно выпирает, но тем не менее, даже на простом ноже можно смело заметить, что держится вообще отлично, идеально. То есть как бы выдерживает. Вот. Значит, кабель будет держать хорошо. Еще немаловажный факт в том, что здесь есть передача данных. На этом кабеле присутствует. И передача данных производится на USB 3.0. Скорость соответствует. Все работает пока хорошо при распаковке. Как будет дальше, посмотрим. Только время покажет. Powerbank тоже выдерживает очень даже неплохо, поскольку он легче телефона. На нем microUSB выход. microUSB выход в два раза меньше, чем Type-C выпирает. Поэтому, если у вас телефон с microUSB, даже не задумывайтесь, берите. Любой чехол полностью скроет все изъяны и недостатки, которые должны торчать. Сам магнит. Кабель сделан очень хорошо. Кевларовая оплетка, запаянная в пластик с металлическими насадками для жесткости. Есть небольшой светодиод, который показывает, что все работает. Ночью в темноте отвлекать не будет, слепить там. Поддерживает быструю зарядку, поддерживает подключение и передачу данных. Подходит для разных видов штекеров и переходников. То есть вы этого же производителя здесь же можете взять USB, microUSB, USB Type-C и 8-пиновые есть выходы. То есть все зависит только от той техники, которой вы пользуетесь. Какой набор вам нужен, такой берите. Единственное, что, опять же повторюсь, самих кабелей нужно было взять несколько больше. А вот интересно, сможет ли быть передача данных через этот кабель? Проверяем. Да, передача данных работает. Все видит. А если мы перевернем? Это USB 3.0, и передача данных работает и в обратную сторону. Все нормально, все отлично. Но держит прям хорошо, это уже радует.